Добрый день. Сегодня мы рассмотрим шейпмат кубика Рубика 2х2 от компании Dianzheng. Называется FlyMouse. А поставляется в двух цветовых схемах. Это сине-желтая и зелено-красная. У нас как раз зелено-красная. Dianzheng. Видно здесь название. Остальное все по-китайски, кроме этой надписи. Не знаю, к чему она тут, но она есть. Код товара DS683. Открываем. Здесь нет никакой инструкции, ничего такого, что помогло бы нам в сборке. Сама головоломка. Вот такая вот интересная форма. Ранее таких не встречал. По крайней мере, у меня в коллекции нет. Если сравнить с обычным кубиком 2х2, вот примерно такое соотношение. Вот так похоже на эллипс выпуклый. Ну, давайте посмотрим. Что здесь сразу интересно? Ну, есть логотипчик Dianzheng. У меня от этой компании есть еще кирпич куб. На нем логотипчика не было. Это шейпмод 3х3. А в основном компании шейпмоды, но есть какие-то более-менее непохожие головоломки на другие. Тот же шестиосный спиннер, по-моему, именно эта компания выпустила. Hex Cube, тоже, по-моему, от них. Ну, что можно здесь сделать? Можно составлять какие-то причудливые формы, какие-то даже интересные могут быть. Что-то вот такое. Для тех, кто любит различные узоры, паттерны, думаю, здесь большой простор должен быть. Как-то вот так. Ну, головоломка скорее коллекционная. Сложности в сборке здесь немного. Может даже вращаться. Ну, какие-то фигурки можно сотворить. Кстати, вот можно что-то здесь менять. Я несколько раз головоломку эту собрал. Собирается как 2х2, но есть некоторые свои особенности, что вполне очевидно. Кстати, если из этого положения сделать R2, F2, R2. Получим, в принципе, то же самое. Да, не то я хотел сделать. Ну да ладно. Давайте попробуем собрать. Мы видим, что раз это 2х2, то здесь все элементы — это углы. Причем углы бывают здесь двух типов. Это одноцветные и двухцветные. Маленькие и побольше. Цветов всего два, зеленый и красный. Причем можно заметить, что здесь некоторые элементы одинаковые. Например, вот эти вот два зеленых элемента, они взаимозаменяемые. И вот эти красные тоже. Причем, если присмотреться, то и вот эти вот элементы, по-моему, вот с этим одинаковые. Например, очень похожи. Если бы у нас было 3х3, то одинаковые элементы приводили бы к псевдопаритетам. Но у нас 2х2, и самое страшное, что может сделать одинаковый элемент, это не собрать крест на верхнем слое, креста здесь нет, так как нет ребер. Либо создать ситуацию, где наверху надо собрать два угла. Ну, в 2х2 такая ситуация стандартная. Поменять местами два угла вполне решается ТПРК, лямбдой или какими-то другими алгоритмами. Поэтому трудностей в сборке особых здесь не возникает. Давайте соберем. Вот будем считать, что вот эти два красно-зеленых стоят правильно относительно друг друга. А между ними нужно поставить сюда красный. Причем неважно, этот или этот какой-нибудь. Ставим более удобный. И вот сюда нужно поставить зеленый. К примеру, вот этот. И вот у нас уже один слой собран. Так, ну это если брать за первый слой вот такую длинную грань. Дальше наверху мы понимаем, что нужно что-то тут менять местами, так как вот эти два крупных угла не должны стоять рядом. Попробуем, чтобы хотя бы один встал на свое место. Но они тут ориентированы неправильно.
То есть в таких шейп-модах, наверное, проще сначала расставить по местам, а потом уже разворачивать. Да, и, наверное, начинать именно с длинной грани, ну, не самый удобный способ. Сейчас попробуем еще по-другому собрать. Так, если вот этот повернуть, то он станет хорошо на это место. Да, в принципе, этот тоже. Да, это два одинаковых получается. Хотя они должны быть разные. А нет. Вот этот вот так вот развернется, красный соединится с красным. Этот вот здесь будет стоять. И, допустим, вот этот уголок на месте. А этот нет. Этот нет. Этот тоже нет. Если мы поставим вот так, то у нас на месте будет вот этот уголок и вот этот. Вот эти два можно поменять местами при помощи теперма. Делаем теперм. Немножко покапит. Так. Вот что-то я сделал. Вот эти уголки на месте. И вот эти вроде бы на месте, но их нужно развернуть. Ну, развернем обычными пиф-пафами. Здесь главное не пугаться форм. Как-то вот так вот держим. Это было два пиф-пафа. И ориентируемся не по вот этим частям, а по уже стоящим правильно уголкам. Вот здесь все совпало. Подворачиваем следующий. Там было два пиф-пафа, значит, тут будет 4. Раз, два, три, 4. И вот кажется, что мы что-то собрали. Остается довернуть. Флаймаус собран. Что я интересного заметил? Так как вот эти вот два элемента одинаковые, мы можем сейчас сделать 3 пиф-пафа, и первый слой все равно останется собранным. Раз пиф-паф. Два пиф-паф. 3 пиф-паф. Причем эти два элемента местами поменялись, этот остался на месте, а вот эти два поменялись между собой. Что это значит? Это значит, что мы вместо теперма, при правильно расположенном вот таком элементе, да и даже при неправильно расположенном, можем менять вот эти два уголка 3 пиф-пафами. Причем ориентация вот этих будет сохраняться. Ну, ориентация этих будет нарушаться, но нам она не так важна, мы же все равно их ориентируем после. Мне показалось, что это момент интересный. Давайте теперь еще разок перемешаем, попробуем собрать вот с такого первого слоя, ну не вдоль, а как бы поперек. А для того, чтобы лучше вращался этот флаймаус, мне пришлось добавить смазки, но все равно пока еще заедает, возможно, стоит ослабить. Ну, не очень скоростная головоломка, но достаточно забавная. Такая коллекционная вещичка. Так. Ну, так как многие элементы одинаковые, мы сразу видим, что часто стыкуются так, как нужно. В один ход, ага, не тот, а вот так вот собрались два угла. И здесь один стоит, и вот на это место нужно еще зелененький поставить. Допустим, вот так. Что мы видим дальше? Дальше мы видим наверху один уголок. Стоит на месте. Рядом с ним должен быть как раз крупный, но если мы развернем, он как раз правильный станет. То есть этот уголок тоже на месте. Этот, соответственно, тоже на месте, а этому деваться некуда, если эти три на месте. То есть все углы на месте. Хотя как они могут быть? Нет, неправильно. Вот этот на месте, этот на месте, а вот эти два нет. Да, потому что угол должен стоять рядом вот с этим углом. То есть меняем местами два вот этих элемента.
Да, если мы начинаем вот с такого первого слоя, то нам не с чем менять вот этот красный уголок. Внизу красного нет. И алгоритм с тремя пиф-пафами нам здесь не поможет. Поэтому придется делать Т-перм. Ну что ж, теперь делаем R' F R2 U' R U R' F'. Так, в итоге этот уголок на месте, этот на месте, а вот эти два нужно развернуть. Ну и в итоге пиф-пафами будем разворачивать. Здесь я сразу подмечаю те, которые ориентированы правильно, чтобы по ним отслеживать, как правильно вот это развернется. А в какой момент это наступит. Делаем пиф-пафы. Так, я сделал два пиф-пафа, уголок развернулся верно. На его место подворачиваем оставшееся, значит здесь осталось делать 4. Главное не ошибиться. Это третий пиф-паф. Четвертый. Ну, вот получили мы вот такую конструкцию. Доворачиваем. Флаймаус собран. Я не нашел какого-то более разумного перевода названия, кроме как летучая мышь. Хотя вроде бы в английском языке есть для этого слово Batman. Но почему-то Flymouse так и осталось. Хотя мои знания английского языка не идеальны. Если это как-то переводится более разумно, подскажите в комментариях. Google переводчик не справился с этой задачей. Вот такая забавная вещица. Мало внимания ей уделено. Я не видел большого количества обзоров. Но она не очень интересна, но для коллекции может подойти. Опять же, что-то забавное можно из нее мастерить. Такая небольшая карманная. Для того, чтобы пособирать, я брал с собой и в свободные минутки пытался собрать что-то интересное. Карманный вариант удобного шейп-мода 2 на 2. А на этом все. Всем спасибо. Всем пока.